this is our man. So we respect you and we love you. Это наш человек, и мы рады его слушать и видеть его у себя. Please. Bring greetings from your brothers and sisters in Fredericksburg, Virginia. Он из Фредериксберга, Вирджинии, пастор общины, и он нам всем передает привет оттуда. We also have fellowship with the Jerusalem Gateway Partnership, and I bring greetings from your brothers and sisters. И также в свое время мы начали то, что называется мост с Иерусалимом или с Израилем, в который входят разные общины, как там, так и здесь, и мы просто приветствуем вас от имени всех этих общин. We're so grateful for our fellowship with Shavazion. И нам нравится, мы благодарны Богу за дружбу с вашей общиной. And we pray for your congregation, for your pastor. И мы молимся за вашу общину, за ваших лидеров, постоянно молимся у себя. And so I'm so grateful to be with you this Shabbat. И для меня большое благословение в этот Шаббат быть с вами. And your pastor's asked me to. И я попросил его коротко поговорить. To bring a message from God's Word, and I'd like to look at Hebrews chapter 12, verses 1 through 11. И я буду смотреть послание Евреям 12 глава. Therefore, we also, since we're, why don't you just read it? 12, 1 to 11. From 1 to 11. Yes, он попросил меня прочитать первые 12 стихов. Можно высветить? Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое время, заклинающий нас грех, и с терпением будем проходить принадлежащее нам поприще. Дальше. Второй стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иешуа, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь, не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо кого Господь любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. И если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами. Ибо если есть какой сын, которого бы не наказывал отец, нет таких. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказаны плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духом, чтобы жить. Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сеять для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Нет, 11. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено. 11. This letter was written to Jewish believers. Это письмо было написано верующим евреям. And as Jewish believers, they had suffered significantly. И многие еврейские верующие в свое время проходили через сильнейшие страдания и искушения. And so they were disappointed as to how their lives were working out. И многие из них, будучи евреями, верующими в Иешуа, и проходя через разные искушения, не понимали, почему в жизни так много стресса и балагана. And so the writer, we don't know who he is. И автор этого послания, на самом деле, наверняка это был не Павел, непонятно, кто был автором этого послания. Points a way to Yeshua. И он показывает путь, как нам укрепить себя через веру в Иешуа. But he looks at the history of Israel as well for encouragement. И он смотрит на всю историю израильского народа не со стороны, вот вы проходили страдания, а видит ее так, чтобы ободрить. That faith trusts a person, the living God. Он хочет утвердить нашу веру людей, которые верят в Господа. And so Abraham left his home and he traveled to this land.
И вот история. Авраам оставил свой дом, в котором он был устроен, и он пошел через долгое путешествие в свою землю. And he trusted God's promise. Он верил Божьим обетованиям. And God provided both the land and и написано, Бог защищал его, проводя его через различные обстоятельства, давая ему землю и дом. And then we see Moses and how Moses и мы видим Моисея. Received the promises of God as well. Мы видим, как Моисей через многие трудности, не все гладко, принимал обетование от Бога. And there's a whole list, including David. И там есть целый список в 11 главе. And Gideon and Samuel. Там и Давид, и Гедеон, как люди, веруя в Бога, достигали вещей, но не просто так. And Isaiah. И Исаия. And God's purpose is to say that yes, they received the promises, but there was much more. For them. И Бог сказал, да, они многие обетования получили в своей жизни, но для вас Бог приготовил много больше. And all of them suffered in some way. И Он сказал, что все вот эти, которые получили от Бога много обетований, они в своей жизни прошли через множество всяких трудностей. The most important person for us to look to in Hebrews 12:2 is looking unto Yeshua. Но он говорит, и мы можем учиться с опыта Авраама, Моисея, Исаии и других пророков, но наиболее яркий образ, которого мы можем учиться, это Иешуа. И 12 глава как раз про это. He's the author and finisher of our faith. Потому что он является тем, который не только дает нам пример, но и он сам поддерживает нашу веру. Who for the joy that was set before him, написано, он вместо принадлежащей ему радости, he was willing to suffer. Он претерпел страдания за нас, то есть он мог обойти страдания, но страдал, чтобы мы могли укрепиться им. He endured the cross. И он прошел даже крест. And he did this for you and for me. Он сделал это для тебя и для меня. And he despised the shame. И он прошел через самый высший уровень обесчещения. Его осмеяли, а он был полностью обесстыжен. Because he saw something better in the future. Он сделал это и прошел, потому что для нас он хотел, чтобы мы получили что-то лучшее. And now Yeshua is set down at the right hand of the Father. Сегодня Иешуа посажен по правую руку Небесного Отца. And so we're to consider him, that he endured suffering. И он, repeat please. We're to look to Jesus because he endured suffering. И мы должны смотреть на Иешуа, который прошел страдания как образец. So we can endure suffering and problems and difficulties in our lives. И тогда мы можем также, смотря на него, проходить сложности в нашей жизни. Помните такая русская пословица? Он терпел и нам велел. Смотрите на него и укрепляйтесь этим. Because the Bible teaches us that God is our Father. Потому что написано, Бог ваш Отец. And he loves us too much to leave us. Он любит нас очень. To leave us the way we are. И если мы думаем, что любовь это потыкать нашим глупостям, то это заблуждение. He wants to transform us into the character. Он желает, чтобы мы изменялись, и поэтому его любовь часто выражается, что по жизни мы переживаем наказание. He wants to transform us into the character of his own son. И его желание, чтобы мы в себе могли изобразить Иешуа, чтобы в нас Иешуа отобразился. And so we need to see that when there are problems, that God has a bigger plan for us. И поэтому, несмотря на различные обстоятельства и сложности, которые мы проходим по жизни, мы должны видеть, что Бог имеет план, в который мы должны войти, но мы должны трансформироваться, измениться. The problems may look like thunderclouds when everything gets dark. И когда проблемы в жизни случаются, кажется, что все тучи безвозвратно сгустились и все, хана тебе, уже же нету никакого этого выхода. Но это не так. But the clouds rain down upon us. Но наоборот, когда сгущаются тучи. To water the earth and to give us. На самом деле, это самый яркий знак того, что за этим искушением. Есть свет, чтобы дать нам будущность и надежду, как написано в этом главе. In Hebrews chapter 5, verses 8 and 9, в 5 главе, 8 и 9 стихе написано, we see that Jesus asked the Father, I'm sorry, Yeshua asked the Father to allow the cross. Написано, нет, это в 5 главе. That he would be delivered from having to die upon the cross. Иешуа просит отца избежать креста.
And how did the Father answer Yeshua's prayer? И как Бог отвечает на молитву Иешуа? Помните, когда Иешуа был в Гефсимании и говорит: «Доминуй чаша сия мимо меня». That's a real question. How did the Father answer Yeshua's prayer when he asked not to have to go to the cross? He didn't answer him. Just send him to cross. He sent him to the cross. He said, no. Yeshua просил, говорит, нет, я не хочу. Он по-человечески говорит, я не хочу идти на крест. Это было страшное, но написано, что его молитва осталась без ответа. And so if Yeshua was perfect, и даже несмотря на то, что он, Господь наш, в своей жизни был совершенен, and when Yeshua prayed and asked the Father answered no, и хоть обычно на его молитве всегда было да, но в данном случае было нет. Is it not possible that when you and I pray, sometimes the Father will say no? Разве это не факт, что когда мы грешные, не знаем до конца все ситуации вокруг себя, молимся о чем-то, а в ответ мы слышим нет? Разве это не правда у Бога? But yet Yeshua's death upon the cross resulted in His exaltation. Но смерть Машиаха на кресте способствовала к тому, что он воскрес и превознесся превыше всякого трона. We have forgiveness of sin. Мы получили через его действо прощение. Бог снимает с нас грех. We know God is our Father. И мы вдруг познаем Творца как Отца. And His grace is like a river that pushes us towards Himself. И его благодать, которая наполняет нас и влечет. That the Lord is our shepherd. Но мы должны не забывать, что вместе со всеми этими благодатью и прощениями Он является нашим пастухом. And if you have Yeshua, you have everything. С Ним мы имеем все, с Иешуа. He sets a table before us. Написано, накрывает стол для нас, даже когда враги вокруг нас. Even in the presence of our enemies. Даже когда враги вокруг нас, помните Псалом, ты накрываешь трапезу ввиду врагов моих. He's preparing a home for you. И приготавливает дом для тебя. And it's absolutely certain that you will be in the house of the Lord forever. И абсолютная истина, что то, что мы называем вечное спасение, принадлежит каждому верующему. Это абсолютно неподвижная истина. And so Hebrews 12:5. 12:5 стих евреям. In quoting the book of Proverbs. Says, и это повторение стиха из притчи. Несмотря на все это, все-таки не забывайте утешение, которое предлагается вам как сынам. То есть, да, он дает нам утешение, но сын, не пренебрегай также наказание Господне, не унывай, когда он обличает тебя. No discipline for the moment seems to be pleasant. Никогда, когда кого-то, когда родители наказывают детей любым наказанием, то ли отлучением от компьютера, то ли в угол или там еще чего-то, это всегда смотрится плохо. But because God is our Father. Но оно в пользу. И когда с нами что-то подобное случается, это в пользу, потому что Бог наш Отец. And Jesus has suffered because of our sin. И несмотря на то, что Иешуа искупил нас от грехов, God will always be doing good to you, even in the midst of Бог совершит для тебя добро. Because He loves you and He cares for you. Его добро – это заботиться о тебе, дисциплинировать тебя и заботиться о твоих нуждах. And so receive even the difficult things in life as a gift from a Father. Поэтому нужно получить мудрость, чтобы видеть сложности, которые мы проходим по жизни, как дар от Отца. Because He will make everything beautiful in its own time. Потому что в свое время все все равно станет прекрасным и совершенным. And so I praise God for how He's making your lives and the life of this congregation beautiful. И я молюсь о том, чтобы ваша жизнь, ваша личная жизнь, ваша жизнь стала прекраснее и лучше. You have a Father who deeply loves you. И я хочу ободрить всех вас, что вы имеете небесного Отца, который любит вас вечно. In the one who Yeshua who suffered so much on our behalf. И вы имеете Машиаха, Спасителя, Сына Божьего, который искупил вас. Amen. Amen. Thank you. Окей. Я вижу, что мы сегодня идем быстро, динамично.
It was very short, Doug, and very full. So thank you very much. Що нам осталось сделать? А, убрать Тору. Еще раз десятину собрать. Мы решили сегодня... Хорошо. Мы сегодня не будем Тору выносить. Я уже прочитал из параши, чтобы сократить время. Мы любим это делать. Для нас это важно делать. Но мы не завязаны ничем. Поэтому мы можем и так, и по-другому. Давайте мы встанем, наверное, и еще раз чуть-чуть помолимся. И я даже хотел, чтобы старейшины вышли, чтобы могли имбирката коганим благословить всю общину. Пожалуйста, выйди сюда. Ицхак, Ифраим, выйдите тоже, чтобы мы могли вместе на сцене, со сцены благословить весь кагаль. Вообще хочу сказать, что вижу многих в общине после определенного периода времени, как взрослеющих и мощных людей в вере. Понятно, есть всякие обстоятельства, когда мы как люди спотыкаемся, Даг про это говорил, но осмысливаем и восстанавливаемся. Но слава Богу, что мы можем быть сплочены. У нас относительно небольшая община, но дружная и хорошая. Я хочу ободрить всех вас, продолжать дружить, общаться друг с другом, поддерживать друг друга. И когда мы помогаем своему ближнему, мы поступаем так, как Бог поступает. Хотим быть детьми Творца, любите ближнего своего. Хотите быть светом, поддержите тому, у кого есть нужда. Давайте мы сделаем Бирката Коганим. Иварех леха Адонай ваишмиреха. Яэр Адонай панав леха ваихунеха. Иса Адонай панав леха ваясем леха шалом. Написано в этой молитве, Господь предложил Моше научить Аарона. И потом сказано: так благословляйте сынов Израилевых, и я благословлю их. Я прошу тебя, Небесный Отец, чтобы особенным образом слова этой молитвы запечатлелись в нас. Лицо Господа написано: и освятит тебя лицом своим дважды. Это про Иешуа. И даст тебе мир. Это не только, что ты будешь чувствовать такое вот усредненное состояние, но это также шлемут, совершенство придет в твою жизнь. Прошу Тебя, Господь, даруй нам помощь и поддержку. Прошу Тебя за наши тела, укрепляй их. И слабых среди нас поддержи особенно. Ты, Господь, целитель наш. И мы уповаем на Твое рефуа, Башем Йешуа Машиах. Я молю Тебя, Господь, чтобы Ты прямо сейчас мог прикасаться к нам. И чтобы мы могли почувствовать в себе обновление и укрепление от Тебя, Небесный Отец. Я молю Тебя за наши души, чтобы они были перфектно обновлены пред Тобою. Даруй нам, Господь, исполнить волю Твою. Мы просим, Господь, чтобы всякие скандалы, всякие расстройства семейные Ты устранил. Чтобы в наших домах восторжествовала гармония и шалом. Чтобы мы радовались в своих домах. Прошу Тебя, Небесный Отец. Прошу Тебя, Небесный Отец. Чтобы каждый из нас чувствовал себя частью этого Исраэля, народа Божьего, который приготовил Бог, чтобы им исправлять мир. Что каждый из нас через Иешуа соделался вот частью вот этого отточенного инструмента, который производит работу. Господь, помоги нам в путях наших. Я молю Тебя, Господь, за наш характер. Если мы не изменяемся, значит проблема. Значит застопорились. Прошу Тебя, помоги нам преображаться. Преображаться в образ, который показан нам в Писаниях. Прошу Тебя, Господь, помоги нам быть светом. Тех из нас, ближних, которые еще не знают Тебя, Ты привлеки. Особенным образом. Прошу Тебя. Ваше Иешуа Машиах. Аминь.